Ку-ку! Сейтан мы готовим. Здрасте. Забор покрасить. Вроде бы все как обычно. Салат, палки, все дела. Но салат не очень обычный. У нас тут завалялась фальшивая курица. По-другому можно назвать сейтан. И как же сделать нам фальшивую курицу, чтобы обманывать других людей? Сейчас расскажу. Вперед к новым знаниям. Мы готовим сейтан. У нас очень много ингредиентов. Это мука и вода. Обычная мука, обычная вода. Ла-ла-ла. Получается вот такое тесто, мягкое. Вот, оп-оп, мягкое тесто. Просто мука и вода. Оставляем его постоять примерно на час. Через час продолжим. Закрываем пленкой. Оп-оп. Примерно час прошел. Смысл нашей операции такой. Нам из теста нужен белок. Сейчас нам надо вымыть из теста крахмал. Берем наше тесто, погружаем его в воду и просто потихонечку-потихонечку моем, меняя воду. Менять воду мы будем примерно, ну не знаю, раз 6-7, наверное, точно. Что получится? У нас останется только один белок. Что делаем? Мы готовим глютен. О, видите, крахмал начинает вымываться, да? И потихонечку моем, моем, моем. Процесс не быстрый. А вот эта масса теста, она будет становиться более такая, как губка. Вот. Это вот как раз белок проявляется. Меняем воду. И обратно туда погружаем наш мозг. Вот это вот уже белок остается. А вот это белое тесто, крахмал, вот он как раз вымывается. Так, меняем воду. Мозг. Оп. Почти все. Вот сейчас тот момент, когда воду поменяем последний раз. Очень плотная структура. И нету частей крахмальных почти. Последний раз заливаем воду. Она уже чистая. В итоге получилось, что мы вот эту воду меняли 4 раза. Примерно по 6 литров здесь было. И получился вот этот белок чистый. Какая задача сейчас? Вот у нас готов белок. Теперь его нужно превратить в ту фальшивую курицу, которую мы ели. Для этого его нужно растянуть, чтобы получились волокна, как куриные, и сварить. Как растянуть? Сейчас покажу. Растянуть, да? Чтобы получились волокна длинные. Но не порвать. При этом нужно размять хорошо. Вот так разрезать. И сейчас будем плести косичку и вязать узлы. Все, плетем косичку справа налево, слева направо. Руки помнят? У меня сколько волос, да? Косы тоже можно заплетать. Посмотри, какая красота. Нужно завязать узлом все это дело. Вот так. Чтобы не размоталось. Узел есть. Теперь дальше. Опять. Следишь за рукой, да? В узел. Вот так. И опять в узел. Еще раз вот так. И вот там внутри, вот они все волокна. Какой херней мы занимаемся, да? Вот эти концы нужно туда вовнутрь завернуть, иначе они разболтаются и могут быть некрасивой. Поэтому берем вот эти концы и сюда заворачиваем вот так. Раз. И заворачиваем вот так. Вовнутрь прям. Оп. Все, вот наш комок сейтана. Идем варить. Чтобы сварить наш сейтан, она же фальшивая наша курица, нам понадобится бульон. Короче, бульон может быть любой. У нас здесь грибной мисо, суп. Туда добавим наш соевый маги, любимый. Пару ложек, 3, наверное, даже. Соли должно быть нормально, чтобы прям вкусный был. И обязательно куриный порошок. У нас же курица.
поэтому куриный порошок должен быть. Варится сейтан будет примерно на минут 40-час. Вот какой бульон сделаете, такой вкус и будет потом у сейтана. Потому что сейчас у него никакого вкуса нет, это просто чистый белок. Вот ничего в нем нет. Я даже еще соевого добавлю. Будешь пробовать? Завтра попробуй. И в этом же бульоне оставим остывать и потом на ночь в холодильник. А завтра придем и уже сделаем салат. Так, второй день настал. Доделаем салат. Я волнуюсь, как всегда. Прекратил уже. Наш сейтан провел ночь в холодильнике. Операция начинается. Если вы будете курить сигареты, легкие ваши будут вот такие. Поэтому не курите сигареты. Вот он, наш сейтан. Тема какая? Все, что мы вчера вязали, превратилось вот в такие волокна. И стало похоже на курицу, да? Можно вот так разрывать. И делать салат. По вкусу. Короче, если вы когда-нибудь думали, что наггетсы делаются из курицы, попробуйте сделать вот это, и вы поймете, из чего делаются наггетсы. Теперь поесть. Сделаем салат. Здесь у нас уже заготовочка. Листья, авокадо, сельдерей, черные грибы, немножко вяленого помидора. И туда же добавим сейчас наш сейтан. Сейтанчик. Оп. Заправка ореховая. Вкусная и замечательная. Ну это почти цезарь, реально, да? Кунжут. Тыквенные семечки. А эта часть, она теперь будет как бы в начале. Здрасте. Забор покрасить.